Не, знаете, как нужно бороться с вирусом? 3-4. Раз, два. Давай. Побольше, побольше, давай. Не, еще давай. И вообще жить будет. Давай. Сынок, на. Всем здорово, с вами Эдвин. Всем здорово, с вами Батя. И сегодня мы будем делать челлендж. Челлендж придумали новые. Это челлендж против свиного гриппа. Так как сейчас по России карантин, мы будем с Эдвином лечиться. Да. Вот. И заодно организовали челлендж, который придумал я. Что будет в этом? В чем суть челленджа? У нас есть фрукты и овощи, есть лук, есть лимон. Все это чищено, целое. Лимон, апельсин, морковка, это у нас киви, киви, мандарин, яблоко, маленький чеснок, но ядерный, вот, и банан, который сейчас я зачищу на ходу, и банан есть. Так, что мы будем делать с Эдвином? У нас есть по каждому фрукту и овощу, по каждому продукту бумажка. Мы эту бумажку перемешиваем. Короче, вытягиваем бумажку. То, что попадается, нужно просто взять. И прожевать. И вот как пацан, как мужик, взял максимально много, откусил и 5 секунд жуем. Мама будет считать. Или кто-нибудь из нас, кто... Да. Кто кусает, короче, кусает, второй считает. 1, 2, 3, 4, 5. Глотать это не обязательно, потому что, ясное дело, как бы столько есть. Для этого есть тарелочка, аккуратненько можно выплюнуть. И также присутствует вода. Да, вода, и на тот случай, если попадется что-то... Да. Да. Все по чесноку, по каждому бумажка. Нам остается только... Может быть, кому-то выпадут одни фрукты, а кому-то будут выпадать только не очень вкусные штуки. Если тебе будет вкусно, то ты можешь съесть. Да. Невкусно, значит, выплевываешь. Ну все, начинаем так. Кто начнет? Давай я. Давай. Да мы глаза не закрывай, выбирай, пофигу. Что это? Давай, открываешь и на камеру показываешь. Апельсин! Повезло, давай. Один готов. На камеру давай, поближе. Надо взять и откусить нормально. Раз, два, три, четыре, пять. Ну это, конечно же, вкусно. А куда? Ну в бок откладывай, куда? Теперь батя на очередь. Лимон! Жесть, жесть. Повезло, первый раз. Вот у нас лимон. По идее, я могу половину съесть. Блин, это, конечно, жесткая тема. Давай. Я думал, Эдвину попадет. Да, побольше чуть-чуть. 3-4. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, все, все. Вот, папе не повезло. Вот, это вообще жесть просто. Потом... Сначала вкусно такой лимон, а потом передергивает все. Сейчас, подожди. Еще, наверное. Ой, смотрите, все по-честному, половинку откусил. А лимонный сок сглотнул. Дальше, давай один, аж слезы пошли. Хоть бы тебе лук попал. Да. Ну-ка. Мандарин! Да что ты какой-то, мандарин и апельсин, Новый год что ли у тебя? Да. Вот мандаринка. Не чисти, надо кусать, поближе садись. Ну да, что тут, да, вкусно. Просто вкусно.
Тут и считать не надо. Давай, откладываем. Все убито, откладываем в бок. Ну чё, тебе опять повезло второй раз, да? Тебе вкусненько говоришь, да? Пока вкусно. Хоть бы что-то вкусное, сладкое было. Вот этот. Киви! Да, тебе вкусно будет. Но не такое уж прям вкусно. Ну, чуть-чуть этот. Но нормальное. Почти киви я не очень люблю, оно, по идее, кислая штука. Да. Раз, два, три, четыре, пять. О, тоже. Ну зато хорошо. Зато тоже хорошо. Зато хорошо. Да. Так, ну все, давай, братуха. Тут жесть остается уже, давай. Морковка. Морковь, да, Эдина. Это легко. Много не надо, просто откуси, понятное дело. Морковка. Короче, халява, да? Угу. У тебя, а батя одну жесть сейчас будет, да? Осталось последние четыре. Банан, яблоко, вот эта маленькая штука. Так, ладно, смотреть не буду, просто буду вот так вот что-нибудь. Банан! Так, ну банан, понятное дело. Вкусно все, ништяк. Не, зачем выплевывать? Доедай. Это выплевывать на вот такие штуки. Давай уже! Ну? Сразу туда показывай. Да что ты будешь делать? Одну фигню, блин. Ну по-любому смотри, что-то из этого тебе попадается. Да, ну все. Подожди. Яблоко. Короче, тебе больше этот повезло, да? Смотрите, я чё радуюсь-то? Одно из этого точно Эдвин съест. Вот что, пока неизвестно. Да, но это будет жесть. Это самая жесть осталась, да. Ой, ужас. Так, давай, может... Вдвоём? Как вот так сделать, что вот как кому? Сейчас же я выбираю. Может, на своих фаток выиграть. Давай, знаешь что, я вот так вот сделаю, а Миланочка скажет, какой, я смотреть тут не буду. Блин, неверно. Давай, Миланочка, выбирай какой. Да, выбирай какой. Папа будет. Вот это? Давай. А мне, да, сейчас. Короче. Давай мне. Не-не-не, стой, у тебя последняя. О. Чеснок. Вот ты. И покажем, что все по-честному. Вот, лук. Ты двое? Держи. А это... А мама считает. А давайте кто дольше. Давай это, да, просто... Я постараюсь. Нет, давай по очереди, да. Потому что зритель хочет видеть реакцию, а тут, получается, не знает, на кого смотреть. Здорово. Так как бумажка мне выпала, я первый должен это проживать. Ну, папа, до пяти, Эдвин, считай. Ну, что, Милан, ты в шоке? Милан закрыла глаза. Да, Эдвин до пяти считает, короче, а потом ты будешь. Ну что, мы против свиного гриппа и вообще гриппа и всего такого. Против вируса. Так что будем валить вирус, да? Три-четыре. Да? Уйдет он от нас. Раз, два, три, четыре, пять! Ты не подавился? Рот горит только. Болит, болит. Давай, 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 братуха. Идем, нет, идем поближе. Будешь кусать огромный кусманище. Сейчас мы поржем. Так, ну все, давай вот так вот как-то вот боком, чтобы больше укусить. Давай. Прям максимально много кусай. Оль, приблизь камеру, прям, чтобы видно было. Короче, будете сейчас угорать. А я прям вблизи буду это смотреть. Давай. Раз, два, три. Два, три. 5 секунд должен жевать, не забудь. Раз, два, три. Докусывай, докусывай. Кусай, жуй хорошо. Раз,
два, это, жуй, три, четыре, давай, чем дольше, давай, сможешь продержаться, пять, сможешь еще укусить для жести, давай, побольше, побольше, давай, не, еще давай, и вообще жесть будет, давай, 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 давай еще, давай, прямо полностью, схавай лук. Вообще, кто-нибудь может повторить это? Это можно сказать даже вызов. Кидаем вызов всем тем, кто хочет бороться против гриппа. А вам слабо? Даже мне слабо, наверное. Смотрите. Эдвин захавал лук и жевал его в чистую. Так что всем пока. Всем пока. По-любому лайк за этот челлендж. Сейчас, подожди. Не плачь, сынок. Сынок. Не плачь. Я протру твои глаза. И твою прическу. Сынок, на Только не он. Да. Не, знаете, как нужно бороться с вирусом? Вирус! Умри, вирус! Никакого гриппа вам не будет. Все, всем пока. Спасибо, лайки, шмайки и все такое. И подписка. Пока. Сынок, на тебя!